Наркогруппировка собиралась травить синтетикой жителей Челябинска и других городов Урала. Подозреваемых в организации наркоканала задержали в Тюмени с поличным. Отступать парням было некуда, и им пришлось сдаться служителям закона. Это оперативные кадры, Тюменская автомагистраль. Именно здесь трое парней решили сделать крупный тайник. Отсюда наркотик должен был пойти на Южный Урал. Прибыв на место, молодые люди даже не успели достать товар из багажника. За ними уже велась слежка. Сотрудники УНК задержали подозреваемых и надели на них наручники. Машина моя, в машине наркотики, все, больше мне нечего сказать. Я должен был заложить во многих городах России. Автомобиль оказался до отказа набит пакетами с наркотическим веществом. Парни прятали партии под обивкой багажника и салона. Смотрим, видите? Да. Еще. Еще вот один пакетик. Всего служители закона достали 35 килограммов наркотиков, но оказалось, это далеко не все. Было установлено, что также в одном из подвальных помещений города Новосибирска находился тайник, из которого было изъято еще 12,5 килограммов наркотических средств. Также крупные партии наркотиков, приготовленные к продаже, были изъяты в городах Екатеринбург, Уфа и Челябинск. Всего к сбыту было приготовлено 47 килограммов. Синтетические наркотики изъяли, а в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Сейчас парни заключены под стражу на время следствия. Им грозит до 20 лет строгого режима. Оксана Кравцова, 31 канал.